Сегодня на 69-м году жизни скончалась Леся Гангадзе, мать пропавшего журналиста Георгия Гангадзе. В последнее время женщина очень болела, но отказалась проводить время на больничной койке. По словам ее близких, у Леси Гангадзе был рак. Похороны и панихида назначены на воскресенье. Она до самого конца не верила в смерть сына и надеялась увидеть его живым. Еще этой зимой показала журналистам недавно полученные письма. Думала, возможно, они от Гии. Почерк моего сына, стиль листов моего сына. И такие вещи, которые только знаю я и он. Труп, который, согласно заявлениям Генпрокуратуры, принадлежит Георгию Гангадзе, его мать долго не разрешала хоронить. Согласилась предать земле лишь этим летом, как неопознанные останки. Я еду по специальности зубный лекарь. И я побачила, что эти зубы никакого отношения до зубов моего сына не имеют. Где мой сын? Нехай они мне скажут. Она никогда не была равнодушна к чужому горю. Человечной такой Лесю Гангадзе помнят ее друзья и соседи. У меня здесь давно есть фотография, дома, и она до меня постукала, говорит, пане Юрку, выйдите, каже, я вам что-то покажу. Сидел шпак, молоденький, еще летать не мог. И она его с ложечки годувала. Прекрасная людина. Вы знаете, она завжди хотела всем помогти. Леся Гангадзе не уставала повторять. Она столько раз могла потерять своего сына. На войнах в Афганистане и Грузии тогда он возвращался. Вот и последние 13 лет мать каждый день ждала. Но сегодня свет в ее окне погас. Анна Гороженко, Кристина Гашенко, Юрий Голубинко. Подробности телеканал «Интер».